Мелкий карп меня заморил. Только забрасываю и успеваю удочку намотать. Возьмем ради эксперимента. Вместо каши возьмем зимбик. Всем привет! Приехали на рыбалочку. Сейчас будем пробовать ловить карпик, карасик и толстолоб. Молодец, снимай, ложи. Это кто? Смотри, это ж не крючок сейчас. Как его зовут? Это карпик. Держи. Мы его домой заберем? На дорожку, да? Мы его домой заберем? Да, на дорожку. Забирал. Все как всегда. Или нет. Или да. Плотнее. Записывать надо, чтобы вешать. Рыба вся в пене. Ого! Ничего себе! Побольше стандарта сегодняшнего.
Папа, помоги. Что случилось? Опять! Что случилось? Мелкий карп меня замерзли. Только забрасываю и успеваю удочку намотать. Возьмем ради эксперимента. Возьмем длинное место хорошо. Эксперимент. Сразу или не клюнет. Смотрим, господа. Делаем что? Пишите в комментариях, клюнет или нет. На землю.
Дайте угадаю. Маленький. Карпик. Ставьте лайки, пишите комментарии, как мы с сыном ловили рыбу.